Вітаю, в ефірі студія «Репортер». Бачимося з вами вперше в 21-му році. Я Віталій Хемій. Сьогодні говоримо про те, що, про що ми говорили і в 20-му році, на жаль. Говоримо про COVID-19, про реабілітацію, про відновлення. Ми вже в 21-му році, а говоримо про COVID-19. Раді вітати в нашій студії нашого друга, медичного експерта, проректора з медичної роботи, з наукової роботи Міжнародного гуманітарного університету В'ячеслав Полясний. У нас в ефірі. Вітаю, пане В'ячеславе. Здравствуйте. Так, я зазначив, що рік 21-й, а ковід ще 19-й. Живемо, цьому пристосовуємося до цього. Звернув увагу, що після новорічних свят і в період новорічних свят начебто цифри по кількості захворюваних десь зменшуються. Але ми не бачимо, як мені здається, головного – процес відновлення. Я читаю дуже багато інформації про те, що після того, як люди перехворіли, вони… До них не повертається відчуття смаку. Хтось втрачає, погіршується у людей там зір, і таке інше. Тобто процес відновлення, реабілітації після перенесення коронавірусної інфекції – десь така терра-інкогніта. Давайте будемо говорити про це, як відновлюватися і які є механізми, програми, можливості, в тому числі у Міжнародного гуманітарного університету. Дійсно, болезнь не проходить безслідно, а… И все ресурсы здравоохранения были во всем мире были брошены на то, что прежде всего бороться со смертью от COVID-19, от тяжелых осложнений и тому подобное. Но люди выздоравливают, вот, и у них остаются достаточно тяжелые и сложные проблемы со здоровьем, которые нужно в последующем решать. И сегодня во всем мире проблема реабилитации, восстановления после выписки со стационара или после лечения просто амбулаторно становится очень актуальной. Дело в том, что пациенты, которые, а это порядка 10% не менее среди выживших, в Украине это у нас уже, наверное, не менее там, 50 тысяч человек точно будет, да, нуждаются в каком-то дальнейшем сопровождении. Особенно это касается различных возрастных групп. И мы тоже с этого начинали, с лечения. Да, вы помните, что по инициативе нашего почетного гражданина города Одесса Сергея Васильевича Кивалова был создан Центр противодействия коронавирусу в рамках университетской клиники. И мы прошли этап от амбулаторного лечения, потом стационар открыли. И сейчас мы понимаем, что те пациенты, которые прошли лечение у нас, нуждаются в дальнейшем сопровождении, потому что у них остается целый букет проблем. Это касающиеся сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, астенизация. И они нуждаются в таком мультидисциплинарном сопровождении многих-многих специалистов. Тобто така програма теоретично на бумазі вона вже є. Тобто фахівці побачили, подивилися, що потрібно таким пацієнтам. Тепер потрібно її впроваджувати в життя. Які є для цього потужності? Мы, пожалуй, наверное, единственное лечебное учреждение в городе Одессе, которое имеет полный цикл от диагностики, амбулаторного и стационарного лечения до реабилитации. Те уникальные возможности, которые сегодня есть в рамках Международного гуманитарного университета, Международной академической школы, спорткомплекса лечебно-оздоровительного, позволяют нам давать весь комплекс необходимых реабилитационных услуг людям, которые в этом нуждаются. Мы, реабилитация в рамках нашего вуза, нашей университетской клиники состоит из нескольких компонентов. Это прежде всего качественная диагностика после выписки из стационара, это при необходимости медикаментозное и физиотерапевтическое сопровождение. У нас очень хороший аппаратный парк оборудования, который позволяет. Вот. И это, конечно, возможность быстро восстанавливаться в условиях акваребилитации, то есть использование тех водных ресурсов, которые сегодня есть в Международном гуманитарном университете. Это, прежде всего, бассейн, это хорошая команда реабилитологов-тренеров, которые могут проводить очень качественное и быстрое восстановление в рамках проведения водных реабилитационных таких процедур. Вот, как групповых, так и индивидуальных. И это, конечно, дает нам возможность работать так, как это происходит в Италии, вот в университетских клиниках и в других, где действительно вот сегодня очень серьезно озабочены восстановлением здоровья своих граждан после перенесенного заболевания. Тобто є впровадження міжнародного досвіду також. Ви вивчали, спілкувалися з колегами. Як це відбувалося?
Ну, мы, во-первых, постоянно отслеживаем и находимся в таком онлайн-информационном поле и отслеживаем все те, которые происходят, новинки, да, во всем мире, как меняются тенденции. То есть мы являемся постоянно, пользуемся CDC ресурса по реабилитации, где дают свои там комментарии лучшие специалисты Соединенных Штатов. У нас есть возможность, кстати, наверное, ни одно лечебное учреждение не может давать. Мы можем обеспечить реабилитационную поддержку, да, тем пациентам, которые нуждаются в поддержке кислородной. Да? То есть в условиях нашего стационара, реабилитационного отделения, мы можем проводить реабилитацию даже на ранних стадиях людям, которые не могут на каком-то этапе уйти от аппарата, но при этом требуют определенных медицинского сопровождения, там, реабилитологов, физиотерапевтов. Сейчас мы привлекаем акупунктуру и другие, в общем-то, такие методы, которые позволяют человеку максимально быстро вернуться к своей привычной жизни. Є такі пацієнти, які вже, ну, начебто перехворіли, найстрашніше позаду, але повноцінне життя, як ви сказали, ще не наступило. Вони зв'язуються з вами, з вашими колегами, звертаються, просять про допомогу, щоб ви скоригували на подальший курс лікування. Да, безусловно. Ну, все наши пациенты, как правило, проходят все этапы необходимые. От диагностики до лечения или в условиях амбулаторных, или в стационарных. И если в стационарных условиях необходимо, мы начинаем эту работу уже непосредственно в палате. И благо у нас есть достаточно специалистов, а также у нас активно участвуют в этой работе и студенты наши, и выпускники, как физиотерапевтического факультета, так и медицинские факультеты, наши студенты помогают. То есть мы обеспечиваем индивидуальный подход, что позволяет человеку даже до получения там подтверждения, что он прошел необходимый курс лечения, уже получать реабилитационный курс лечения. Да, с последующим, при необходимости его желания, перехода на следующий этап, на третий этап реабилитации в условиях уже дневного стационара и нашего оздоровительного комплекса Академии. Але люди, пацієнти, вони різні, є у когось захворювання інші, які його супроводжують, на жаль, все життя. Потрібен, я про що, потрібен індивідуальний підхід, людей багато, тому і навантаження на лікарів, на фахівців, воно теж таке величезне, м'яко кажучи, тому що якщо за кожним не встежиш, але і не кинеш на пів шляху, на половину шляху. Ну, так, кожен пацієнт по-своєму унікален. А если учесть то, что наиболее сложно протекают процессы у людей старшего и пожилого возраста, у которых уже есть так называемые коморбиды, то есть сопутствующие заболевания, которые у него были, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и тому подобное, которые, патологическое воздействие которых только усиливается во время и после болезни, то, безусловно, это требует привлечения большого количества различных специалистов. Для этого нужны и кардиологи, для этого нужны эндокринологи, для этого нужны невропатологи. Вот, и это очень важно. Да, эти пациенты нуждаются в психологической поддержке. К сожалению, многие семейные врачи у нас не понимают, что такое пусковидный синдром, и отправляют их не туда, многих отправляют психиатрическую помощь получать и так далее. На самом деле они нуждаются немножко в другом медицинском сопровождении. Таке питання. Ось ми почали розмову з того, що я зауважив на увагу глядачів і вашу на тих цифрах, які зараз є. Вони, ну, трохи менше, значно менше за тих, що були на початку грудня, на кінці листопада. Можемо прогноз дати, що говорять фахівці, з чим ми зіштовхнемось там за 2-3 тижні, ось там, коли, можливо, буде нова інформація. Так. Ну, локдаун там такий, карантин такий цікавий у нас. Я не хочу ніякими епітетами супроводжувати, тому що є різна інформація. Кожен для себе обере, але все ж таки, на що нас може чекати за 2-3 тижні? Ну, ми бачимо, це не секрет, що у нас життя нашого государства продовжується в одному руслі, а карантинні мероприятия йдуть паралельно. Да? І не дуже часто вони пересікаються між собою, к сожалению. У нас огромное количество сегодня людей уехало за границу отдыхать, и у нас большое количество отдыхает, и что обеспечивает большую там скученность и так и внутри страны, и это, конечно, настораживает в плане прогнозов дальнейших.
Мы видим, что сегодня происходит в европейских странах, в других, когда страны закрываются, потому что появляются новые видоизмененные штампы вируса. И если эти вирусы будут у нас, при наших ограничительных, будем так сказать, возможностях, мы можем получить абсолютно непрогнозируемое развитие ситуации. Вот. Будем надеяться, что тот карантин, который сегодня внедрен, он даст свои результаты и нас сменит участь тех стран, таких как Великобритания там, да, или другие страны, где отмечается очень резкий рост заболеваемости и особенно резкий рост тяжелых форм заболеваемости, и особенно у лиц более молодого возраста, чем это было раньше. Але мы в березні, я все ж таки вважаю, що нічого в більш-менш кращому випадку не зміниться. В березні вже буде рік, як Україна живе з ковідом. Наша взагалі медицина за ці вже 10 місяців, вона зробила якісь там висновки з цієї ситуації? Ви як фахівець, як людина, яка не осторонь, а ви в процесі, все ж таки ви бачите і ситуацію із обладнанням, із підготовкою кадрів, із реформуванням медичної галузі. Взагалі, що можемо сказати? Дуже правильно було зроблено в нашій стороні. Те, що ми внедрили в наші рекомендації МОЗа, в протоколи, так називаємо, лучші практики, які мають з доказательної медицини вже зарубіжне, це, безусловно, дало нашим врачам, які працюють в стаціонарі, можливість якісно оказувати і зменшити значительне кількість умерших, к щастю. Є, звісно, проблеми. Проблеми, звісно, з якісним кислородним обезпеченням, що, звісно, дуже сильно ризиково відражається на качестві лічення. Але врачи наші вміють лічити, і це радує. Да, но врачи без определенных инструментов, они, конечно, ограничены в своих возможностях. Вот, и здесь в этом заключаются, конечно, риски. Вот мы говорим сегодня о реабилитации. Сегодня никто не думает в стране о системной реабилитации людей. Где, как они будут делать. Вот, и тот проект, который мы делаем в рамках университетской клиники, как раз позволяет создать модель, на мой взгляд, наиболее такую сбалансированную и удачную, да, по преемственности между всеми этапами оказания медицинской помощи пациентам больным на коронавирус. Конечно, очень беспокоит ситуация с вакцинацией против гриппа. И это, если мы своевременно и в таком же темпе, как и другие страны, не войдем в этот ритм, это может, конечно, сказаться на нашей, в общем-то, возможности общения со всем внешним миром. Якщо цей ефективний шаблон, модель буде успішно впроваджена в Одесі за участю університетської клініки МГУ, то готові чи готові ви ділитися з колегами з всієї країни? Ми научно-медицинське учреждение, і у нас відбувається паралельно лечебні процеси і образовательні процеси. И наш факультет после дипломной подготовки уже имеет опыт работы с врачами многих специальностей, теперь еще анестезиологами, по правильному работе с этими пациентами. Вот. И запуская проект по реабилитации, мы параллельно запускаем образовательные проекты через факультет для семейных врачей, для врачей других специальностей, по тому, как надо правильно сопровождать этих пациентов, а у них очень большое количество проблем со здоровьем и рисков для жизни дальнейшего возникает после того, как они перенесли болезнь. Болезнь, к сожалению, не заканчивается на моменте получения больничного листа. Вот. Она продолжается как минимум 30 дней, еще нуждается лечение в амбулаторных условиях. И еще полгода как минимум нужно наблюдать за состоянием здоровья этих пациентов с периодическим медицинским контролем и осмотром. Найближчим часом на телеканалі телеканал «Репортер» мої колеги обов'язково покажуть, як це відбувається практично, як наші співвітчизники повертаються до нормального життя завдяки ефективній реабілітації після COVID-19. Дякую вам, пане Вячеславе. Успіхів вам, вашим колегам в цій важливій, нелегкій праці. Обов'язково чекаємо на результат. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. Будьте здорові!